Спасибо, что ты упростила. Да. Пытался прикинуться невменяемым. Попросил экспертизу. Ну, он ее не прошел, поэтому и не Такие люди должны отвечать за поступки. Я надеюсь, что он лучше просто выслушает. Что отвратительный человек. Ненавижу. А что, Денис? Ну, что? Ну, он хороший. Он очень заботится обо мне. Он замечательный человек, друг. Он мне очень помогает, и хорошо относится к нему все действительно. Зелёна? Ты сонна. Я все не знаю, как ты сонна. Весна, ты его только обидишь, если захочешь вернуть ему деньги. Вряд ли он возьмет от тебя. А, я не знаю, что ты готов, что я сюда сходила. Ладно, окей. Эрику хорошо знаете? Ну, не то, чтобы хорошо. Живу в квартире, напротив. Нет, я почему спрашиваю, просто она денег у меня в долг взяла. А я знакома с ней недавно. Ну, чуть узнает, а можно ей доверять? Ну, да я ей ни за что не дала денег в долг. Плакали ваши денежки. Почему? Да она же детдомовская. Государство на нее столько денег потратило, выучило ее, вырастило. Квартиру вот дали. А она нигде не работает, мужиков только разных водит. Да ладно. Знаете что? Я вам столько про нее могу рассказать.